Добрый день, уважаемые телезрители. С вами, как всегда, программа «Козгарас». Я ваш ведущий Ирак Иликеев. В этом году национальная компания «Казахстан Гарш Сапары» исполнилось 8 лет. О том, с каким результатом встречает свой очередной день рождения ведущий космической компании Казахстана, мы поговорим с президентом «Казахстан Гарш Сапары» Абдулатип Турганбаевичем Мурзакуловым. Спасибо, что вы пришли, несмотря на занятость, рассказать о космической деятельности Казахстана нашим телезрителям. Это, я считаю, что это с вашей стороны это большая нам помощь, чтобы об этом пояснить нашим телезрителям. Ирак Касымович, спасибо большое за приглашение. Действительно, нашей компании 17 марта исполнилось 8 лет. Наша компания, она родилась как раз в рамках первой космической программы, которая была принята в Казахстане на 2005 и 2007 годы. Угу. В эту программу тогда вошли 63 проекта. И для того, чтобы ряд этих проектов исполнять, нужна была национальная компания. И 8 лет назад такое распоряжение правительства вышло, и наша компания родилась. И за эти 8 лет, особенно за последние вот, начиная с 2007 года, я считаю, что компания уже действительно проявила себя как действительно компания, которая может реализовывать серьезные космические проекты. Еще раз я хотел бы вас спросить, какие основные проекты реализует компания «Казахстан Гарш Сапары»? В результате анализа первой космической программы уже на следующий этап в 2007 году было создано Национальное космическое агентство «Казкосмос». Угу. И «Казкосмос» действительно в системном своем подходе расставила определенные акценты по развитию сначала космической деятельности и далее созданию космической отрасли. Угу. Поэтому во главу угла были поставлены ряд проектов, которые должны были быть использованы и реализованы с помощью уже европейских технологий. Поэтому мы считаем... Я знаю, у вас тесные взаимоотношения с французской, да, стороной. Благодаря вот именно такому вот оригинальному подходу «Казкосмоса» был проведен определенный отбор наших стратегических партнеров. И в качестве стратегического партнера наша компания избрала себе компанию EDS Astrium. Это компания номер один в Европе, которая производит, испытывает, запускает космические аппараты. С большим багажом, с большой численностью, около 18 тысяч работающих. И эта компания номер один стала нашим стратегическим партнером. И в 2009 году, вот, во время встречи двух президентов нашего Ельбаса и господина Саркози, мы в Агарде подписали Мишварп соглашение. О созда... Это в Астане произошло, в Астане, да? Это было 6 октября 2009 года. Мы подписали Мишварп соглашение о создании в Казахстане системы, космической системы дистанционного зондирования Земли, которая состоит из двух сегментов. Космический сегмент. В космическом сегменте у нас будет два космических аппарата. Аппарат высокого разрешения, с разрешением до 1 метра, и аппарат среднего разрешения, с разрешением 6,5 метра. Кроме этого, было подписано соглашение о том, что в Казахстане, вот здесь как раз вы говорили, будет создаваться уникальный комплекс, это сборочно-испытательный комплекс по созданию космических аппаратов. Мы его коротко называем СБИК. И вот во исполнении вот этого межправсоглашения наша компания работает. И мы сегодня действительно практически завершаем уже создание спутника среднего разрешения. И по нашему графику спутник среднего разрешения должен быть запущен где-то в сентябре-декабре этого года. Ну, я знаю, что у вас уже презентация прошла. Да, да, презентация идет. И тем более сегодня начались уже мероприятия, связанные с проведением Дня космоса в Казахстане. И в рамках вот этих мероприятий мы тоже обсуждаем проблемы
запуска нашего первого спутника ДЗЗ среднего разрешения. Второй спутник высокого разрешения, она у нас готовится. По графику мы должны этот спутник запустить в декабре 2014 года. И в рамках создания этих двух спутников мы здесь вот на том же территории, где мы собираемся сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов создать, мы сейчас создаем наземный целевой комплекс. Для того, чтобы космическую систему мы могли сами обслуживать, а в перспективе вообще, чтобы мы сами могли его разрабатывать, мы сейчас занимаемся подготовкой кадров. Поэтому в рамках этих проектов будут еще реализованы программы подготовки кадров. Вот, Габдулла Турумбаевич, у меня сразу вопрос возникает, чтобы наши телезрители поняли, на что эти космические аппараты направлены? Чем они будут заниматься? Космические аппараты прежде всего направлены на то, чтобы производить снимки территории Казахстана из космоса. Есть в первую снимки. Очередь. Снимки. Я вам могу сказать, Ирак Касымович, на сегодня наши многие компании, которые пользуются снимками ДЗЗ других зарубежных государств, в среднем по нашим маркетинговым исследованиям порядка до 100 миллионов долларов тратят свои деньги на приобретение снимков других спутников. И вот ваш вопрос, он вот действительно резонный. Да? Да. Если мы в будущем, если эти 100 миллионов будут оставаться в Казахстане, это уже будет большая польза для нашей экономики. Поэтому наши спутники будут давать необходимые данные для земельщиков, для сельского хозяйства, для картографии, для кадастра. Еще что дальше? Ну, и мы можем еще и оказывать услуги нашим силовым органам. Кроме того, наши аппараты будут позволять Министерству чрезвычайных ситуаций мониторить, контролировать. Зная снимки определенных опасных участков, мы можем создавать 3D-модели. Опережать события можете, да? 3D-моделирование и вместе с ними опережать, допустим, по уровню выпадения снегов и так далее, заранее прогнозировать паводковые ситуации. То есть приложений этих космических аппаратов для народного хозяйства очень много, и они будут все полезны для того, чтобы наша экономика развивалась уже на базе современных технологий. Еще на что предусмотреть космические аппараты? Вы упомянули как раз по линии не только МЧС, МВД тоже есть, да, можно использовать, да? Да, в принципе. Вот это внедрить системы GPS во все средствах передвижения. Ну, у нас это еще один проект, о котором я хотел бы отдельно рассказать. Наша космическая система ДЗЗ, она позволяет, конечно, если мы будем иметь в своей перспективе гиперспектральные аппараты, мы можем в перспективе действительно отслеживать, где растут конопля и так далее. То есть для них в перспективе тоже будет возможность мониторить вот такие вот ненужные для нас растения. А вот для сельхозников, наоборот, мы можем предоставить такие инструменты для того, чтобы они могли у нас в Казахстане развить точное земледелие. Такой опыт мы в прошлом году вместе с Казагроинновацией, Министерством сельского хозяйства в Шахтанинском районе, этот эксперимент уже начали. В этом году продолжаем. И надеемся, что когда мы уже свои спутники запустим, мы точное земледелие уже будем повсеместно вместе с Минсельхозом внедрять в производство. Что касается вашего вопроса насчет применения GPS, вот в этих вот как раз наша компания осуществляет еще один очень сильный проект, называется «Система высокоточной спутниковой навигации». Вот эта система, когда работает вместе с КСДЗЗ, они дают интегрированный эффект. И за счет того, что мы можем на основании наших вот системы высокоточной спутник навигации, если стандартный GPS-сигнал дает точность приблизительно 8-10 метров, с помощью нашей системы эту точность можно уменьшить до метра, а в режиме после обработки до 2 миллиметров.
То есть для народного хозяйства колоссальный эффект, когда трубопроводы, газопроводы, изгибы дорог железнодорожных, все это дело можно использовать как раз возможности как системы ДЗЗ, так и системы высокоточной спутниковой навигации, которая позволяет очень высокой точностью определять координаты. Вот вы правильно отметили, я был как-то в Карачаганаке, знаете, там огромные деньги платят, там миллионы долларов, вот труба, магистральные трубопроводы, где какая-то утечка проходит, где какая-то машина передвигается, они через спутник получают сообщение. Абсолютно верно, Ирак Касымович. Вот наша система, она имеет в своем составе систему мониторинга пространственно-протяженных объектов и систему контроля и мониторинга движущегося транспорта. То есть мы в перспективе вместе с Министерством транспорта и коммуникаций можем сделать такой общий ситуационный центр, когда МТК может все эти, особенно вот эти вот логистические перевозки, контролировать с одного места. Причем мы разработали такие уникальные программы, которые позволяют каждое транспортное средство посмотреть, на каком отрезке у него сколько расход топлива произошло, где у него простои были, где, вплоть до того, что была ли попытка слива. Да, да. То есть система наша позволяет очень многие интересные вещи решать. И это вот благодаря тому, что наша компания действительно одновременно вводит в эксплуатацию окончательно к 2014 году сразу две системы. Систему ДЗЗ и систему высокоточной спутник навигации. Это вот все проекты нашей компании. Вот я хотел бы тут продолжить разговор. Почему? Я тоже крайне вот был. Недавно вот СП Тенге Шеврил отметил 20-летие с участием главы государства, вы знаете. Да. Я вот знаю, что вот пока не пристегнет последний пассажир, машина не трогается у них. Да. Так система поставлена. Я стал расспрашивать, почему? Он говорит, у нас со спутника все это, говорит, видно, говорит, что вот пока не пристегнут ни пассажир, машина, говорит, не будет трогаться. И мы ежегодно на дорогах мы теряем до 3000 человек. Да. В основном это превышение скорости. Ирак, если бы мы знали, что на трассе идет с большой скоростью, мы бы оштрафовали бы его, он бы не стал бы этого делать никогда. Ирак Касымович, вы подняли действительно очень хороший вопрос. Вот то, что, допустим, транспортное средство не может трогаться, пока не пристегнется последний пассажир. Это технически реализуемо. Это все зависит от стандартов и регламентов, которые мы вместе с Министерством транспорта и коммуникации должны разработать. И эти стандарты должны быть внедрены в нашу технику, дорожный, ну, транспорт наш. Поэтому этот вопрос решаемый, вы абсолютно правильно понимаете. Наша система вот, контроля подвижного транспорта, она действительно позволяет на любом километре определить скорость движения, определить расход топлива. И действительно мы надеемся в ближайшее время Министерство транспорта и коммуникаций свои наработки презентовать для того, чтобы потом выработать совместные меры для их внедрения. Какие перспективы еще у нас ожидаются космической отрасли Казахстана? Вы знаете, вот с приходом в Казкосмос председателем Талата Мельдиевича Мусабаева у нас горизонты действительно расширились. У нас появилась перспектива. У нас появилась... Он сам побывал в этих горизонтах, знает. Да, у нас появилась, знаете, вот уверенность, потому что человек, который возглавляет Казкосмос, это практически инженер, космонавт, который трижды бывал в космосе. И поэтому перед нами он ставит действительно амбициозные задачи. Действительно, мы сейчас внедряем технологии, значит, европейские. Иногда наперекор идет. Да, я думаю. И правильно делает, между прочим. Естественно, потому что именно такой локомотив. Трепещат все российские коллеги наши. Такой локомотив, как Талгат Амангельдиевич, нам давно нужен был. И благодаря Талгату Амангельдиевичу, вот действительно, вот мы сейчас и обучаем кадры, вот и в Англии, и во Франции. Хорошие контакты, вот благодаря Казкосу мы, значит, наладили с Германией. Вот сейчас буквально недавно Талгат Амангельдиевич подписал с английским агентством соглашение.
И мы на базе этого соглашения будем развивать взаимодействие с английскими компаниями. То есть действительно очень большие горизонты и перспективы открывает именно наш Казкосмос во главе с Салаватом Геннадьевичем. Ну а наша компания, которому поручено действительно вот на период до 2015 года очень большие проекты, это КСДЗЗ, это СВСН, это реализация СБИК, это действительно вот знаковые проекты, которые составляют как бы основу Национального космического центра. Нам город выделил 30 гектаров земли, и на этой территории все те объекты, о которых я вам сказал, мы на этих 30 гектарах строим. Причем мы создаем там прежде всего специальное конструкторско-технологическое бюро. Вы как сами, как производственник, знаете, что прежде всего мозги должны быть. Поэтому мы создаем СКТБ космической техники. И для того, чтобы космическая техника не только приобреталась со стороны, но и мы сами могли разрабатывать, мы на этом СКТБ сейчас готовим своих сотрудников. 24 человека конструкторов уже прошли обучение во Франции и в Англии. И они, проходя обучение, одновременно разработали эскизный проект будущего казахстанского научно-технологического спутника. То есть сразу на практике применили свои теоретические знания для разработки эскизного проекта нашего будущего спутника. И что очень отрадно, эти же наши специалисты вместе с нашими еще и операторами, которые управляют спутником, которые будут заниматься обработкой данных спутниковых, всего 47 человек за эти два года, они прошли практическое обучение плечом к плечу в момент создания наших спутников. И все это дело вот благодаря тому, что Талгат Ангелдиевич нам возможности такие вот дал широкие по, значит, международному сотрудничеству. И надеемся, что к 2015 году, когда мы сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов введем в эксплуатацию, мы еще подготовим порядка 80 человек наших специалистов. И в общей сложности на этом Национальном космическом центре к моменту, значит, выхода его на мощность будет работать более 200 человек казахстанских специалистов, которые способны действительно вот разрабатывать, собирать, испытывать сложную космическую технику. Я хотел бы несколько слов сказать про испытательное оборудование. Так. Мы у себя действительно вот в сборочно-испытательном комплексе предусмотрели целый комплекс испытательного оборудования, который позволяет на Земле создавать космические условия. Термовакуумная камера. Она может испытывать космические аппараты от 100 килограммов до 6 тонн. В этой термовакуумной камере мы можем создавать, симулировать как бы... будто мы находимся в космосе. В космическом пространстве. Да. Во-первых, давление 10 минус 7 степени, это космический вакуум. И температуру от минус 120 до плюс 120. Вот. Мы имеем там очень уникальную радиоакустическую камеру, которая будет создавать акустическое давление порядка 149 дБ. Это, знаете, это как будто, когда там самый мощный Боинг включает все свои 4 двигателя, вот такой рев. Вот при таких вот звуковых нагрузках мы будем испытывать наш космический аппарат уже в земных условиях. Мы там создаем компактный антенный полигон, который позволяет космический аппарат исследовать во всех своих позициях на электромагнитную совместимость. То есть мы создаем под одной крышей более 12 испытательных участков, там, где и вибрация есть. Все, чтобы космический аппарат, уходя из Астаны, уже в космос попал полностью готовый, прошедший все испытания. Я, Габдулатиев Курманбаевич, я хочу сказать, после нелицеприятного высказывания Талгата Мусабаева, зашевелились наши некоторые коллеги. Они прибыли в Байконур. Даже я прочитал, что будут большие изменения в самом городе, будет Байконур, да?
Это политика, которую ведет Казкосмос. И мы знаем, что Талат Амгельдиш в этом плане очень последовательный человек. И очень, он, несмотря на то, что он космонавт, инженер, он еще и очень сильный аналитик. Поэтому я думаю, все вопросы, которые необходимо решать, он решит так, как должно быть. Да. Я надеюсь, что в этом плане его поддержит Нурсултан Абишевич Назарбаев. Я надеюсь на это. Ну, мы тоже надеемся, да, что... Потому что я думаю, что все-таки стратегию определяет глава государства. И не зря, оказывается, и вы оказались рядом с Талгатом Гильдиновичем. Я просмотрел, что вы, оказывается, закончили в Санкт-Петербурге, работали в Свердловске, да? Да. Да, как раз в этой отрасли. Даже одно время были заместителем акима города Талгара были. Было дело. Между прочим, я создавал тогда прообраз СПК современного, межотраслевое объединение талгарское, которое вот в 80-х, 88-х, 89-х, 90-х годах отрабатывало варианты, значит, перевода таких маленьких городов, как Талгар, на хозрасчет. И сказал бы, что маленький городок Талгар. Ну, в то время там у нас жило 56 тысяч человек. Габдулатик Тургумбаевич, я хотел бы вас спросить, как у вас взаимоотношения с первым космонавтом Токтаром Аубакировым? Ну, Токтар Аубакирович, он первый казах, который поднялся в космос. Поэтому, естественно, мы как казахи гордимся, что все-таки в свое время, когда был еще Советский Союз, наш казах был в космосе. Поэтому мы его уважаем. Особенно мы его уважаем за то, что он хороший летчик. Да. Вот и последнее. Можете сегодня, 12 апреля, можете поздравить наших телезрителей, особенно, конечно, наших космонавтов в первую очередь. И будущих космонавтов, надеюсь. Ирак Космос, огромное спасибо за такую предоставленную возможность. Действительно, вот уже в рамках Казкосмоса мы мероприятия связаны с празднованием полета человека в космос. Уже начали 6-7 мы провели турнир по мини-футзалу на кубок представителя агентства космонавта Мусабаева. Сейчас вот проводим международную конференцию, семинар «Космос для Казахстана». Естественно, в канун нашего профессионального праздника, прежде всего, я хотел поздравить наших космонавтов. Спасибо. Талгата Амангельдиевича, наших коллег. С этим действительно профессиональным нашим праздником всем пожелать творческих успехов, ну а нашим казахстанцам мирного неба. Спасибо. Время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, гостем нашей студии был президент национальной компании «Казахстан Гарш Сапара» Габдулатип Тургумбаевич Мурзакулов. До новых встреч, уважаемые телезрители. А вам большое спасибо, что нашли время. Спасибо.